Куда ж ты, сука, а летел-то, блядь? Я беззаботный отдых. Да почему? Какие, ебать, так жарко. Что случилось-то? А то я прям сказал, да, посмотрим, в аэропорте. Тетя Джей, некогда, у вас уже регистрация идет. Держите, давай. Это сыграть не сможет. Кстати, приобретение Хуана Маты. О, кому, как вы думаете, сильнее всего ударит? Матч Валенсия, Янг. Не, на они. Нет, я думаю, что Кагава прежде всего. Ты что-то по льду едешь? А что? Хуй затормозишь сейчас, вон, смотри. Ты комментатор, ёпта, Джека. А чё? Комментатор. Но. Комментатор. Блять, мы нахуй ёбаны, куда тебя несёт, блять? Сука. Ты чё? Ох, нихуя, он, блядь! Нихуя себе, ёб твою мать! Нихуя, я это заснял, нахуй! Я это заснял! Заснял? Нихуя себе! Это что такое было сейчас? Ебать! Нихуя! Нахуя! Это видно. Давай посмотрим еще видео. Да нахуй надо! Ты заснял? Ной, заснял! Нихуя себе! Так-то заебись, тюхались. А хули он туда вообще хотел-то? Чё? Огнем с моря береговые батареи. Переходах скрылись с места ДТП. Что ж вы, гады, коллеги, делаете?
вашего родственника. Ведь уехать – это означает не вызвать скорую, а в России по статистике 62% сбитых гибнет до ее приезда, а еще 10% во время транспортировки до больницы. В этих 72% в основном пешеходы умирают.